Ставилися до цього. Вона не хотіла, щоб цей вечір закінчувався. Але все ж таки вони розпрощалися, але цей день був, як опинилися в обіймах справжньою парою. Шановні молодята. Таня, отакі, наприклад, чи готовий Андрій протягом встигнути приготувати каву? Еще раз добрый день. Сейчас начало августа, прекрасная погода, солнечная. Мы находимся на Русановской набережной и видим очередное подтверждение, насколько наша Русановская набережная имеет красивые виды, создает хорошее настроение и способствует прекрасным романтическим отношениям. Шановні гості, Андрій, Марина. З давніх часів обручки є символом єднання душ, думок і почуттів. Ви тим самим довіряєте один одному своє кохання, а головне – вірність. Називатимуть чоловіком і дружиною. Ми застали дуже красивою, дуже романтичною. Дуже яркую, нарядну і запам'ятаючуся сказку. Андрія? І попросити його передарувати свої обручки, які щойно наділи своїм маленьким онукам, а може і правнукам. Ми сьогодні бачили прекрасний торжественний момент для прекрасної пари. І ми дуже раді і совершенно не удивлені, що для торжественної церемонії ця пара вибрала місцем нашу Русановську набережну. Але прочитають. История этой пары началась именно с участием нашей Русановской набережной. Ну и вот такое чудесное продолжение получила эта романтическая история. Ничего удивительного. Такие красивые виды, которые открываются здесь, в нашей Русановской набережной, действительно могут вдохновлять на какие-то серьезные, чистые отношения. И много русановцев, гуляющих по нашей Русановской набережной, искренне желают этой прекрасной паре продолжения их солнечного дня, продолжения их солнечного торжественного события и счастливого продолжения их только начавшейся этапа их семейной жизни, этого нового, яркого. Наша русановская беседка на Русановской набережной стала вот таким красивым антуражем для торжественного события. Володимир, семьею прошу. Хрещена мати, ми знаємо, що Людмила, хрещена мати. Відео подивимось. Володя.
фото? Это наша русановская клумба. Во время съемки можно целовать? Некоторые гости сегодня впервые увидели жениха, впервые и я им. Да. Мы тоже присоединяемся к пожеланиям счастья этой прекрасной паре. Очень красивой, бесподобно красивая невеста. И думаем, что вот эта красивая дорожка нашей Русановской набережной будет началом их счастливой жизненной дороги. Всем пока-пока!